ФМС России организует литературные вечеринки для мигрантов. Выступить перед иностранными гражданами уже изъявили желание автор романа «Гастарбайтер» Эдуард Багиров, телеведущий и публицист Мария Арбатова и писатель Виктор Ерофеев. На литературные вечеринки смогут прийти приезжие из любых стран. Суть идеи – познакомить и лучше понять русскую культуру и литературу. Писательница Мария Арбатова, в свою очередь, решила вступиться за женщин и отмечает, что мужчины-мигранты, приехавшие в Россию, зачастую продолжают жить по нормам своей страны, нарушая частное пространство женщин. К тому же в азиатских странах нет четкого представления о том, с какого возраста девочка может начать личные отношения с противоположным полом. Также эксперты считают, что неправильно проводить с мигрантами беседы о высоком, не рассказав об элементарных понятиях. Нужно начать с типовых программ, рассказать о простых вещах, вроде сказки о рыбаке и рыбке.